Вот, ребята, рыба здесь вот, как говорится, заснула, называется. Жара. Вот, мы сделали вот такую вещь. Смотри, вот этот мешок постели снизу, вон травка есть. Вот, я выкопал яму до воды. Смотрите, вот он, и вот уровень воды. Сообщающиеся сосуды. Немножко травки. И вот на эту травку надо просто эту рыбу... Не развязывай. Не развязывай. Бросай так. С куканом. Времени у нас нету. Спусти просто-напросто. Значит, смотрите. Видите, ямка до воды. Здесь говорят старые рыбаки, что можно до 3 суток держать. Но нам сутки не надо. Нам завтра утром... Мы как можно раньше уедем, чтобы рыба сохранилась у нас. Вот. Это тамурчик еще живой. Так что его копать не надо. Вот он, ребята. Опа-на. Опа-на. Ладно, мы его знаем, что он живой. Все. Вот она вся наша рыбалка, ребята. Жара стоит. Что, не влазит, что ли? Вот, а ту голову туда. И ночью холодно здесь, и в песках хорошо. Завтра 5 часов встанем, и уже как бы... Вот он, пожалуйста, вместилась. Молодец, Миша. Теперь вот эти травки сверху бросить и закрыть его какой-нибудь. Молодец, ты как профессионал уже работаешь. Уже? Угу. И вот так вот поставь поперек вот эти. И сверху коробочку. А, которая от лодки. Есть же вот это вот. Слышь? От лодки. Закрывашку. И все. И до утра он как младенец будет. Вот, моя собачка уже гавкает. Почему? Шакалы вокруг. Да, шакалы воют. И где он? Где ты? Ты видел, сколько здесь шакалят? Эй, Барбосик, иди сюда. Горящими глазами. Иди сюда. Молодец, молодец, молодец. Ты охраняешь все до сих пор нас, да? Ой, красавчик. Иди вон. Смотри, вон там вон шакалы орут. Ну-ка иди, разберись с ними. Они тебя боятся же ведь. Да? Давай. Шакалами, быстро. Занимайся шакалами. Давай. Взять их. Ну, они, шакалы... Почему воют, они хотят узнать, кто где находится. Собака просто так лает, хочет показать, нам доказать, что она здесь не зря, как говорится, хлеб кушает. Она гавкает. Она просто гавкает. Вон она стоит своими горящими глазами. Да? Эй, Барбосик, все, погавкала, а теперь вон может лежать, спать до утра. Но все равно охрана. Молодец. Приехали с рыбалки. Миша берет свою половину. Вот примерно. О, молодец. Ну вот, его доля. Я хочу рассказать про речной холодильник. Вот схематически, видите, река. Ну, пусть сюда течет, не играет роли. И каждой реки есть берег, да, вот такой вот. Ну, где она самая, как говорится, откуда течет вода. Значит, вот смотрите, выбирайте вот такой склон, суглинок или глиняный, или песчаный берег, не имеет значения. И делаете вот такой вот подкоп. Подкоп желательно делать не прямо перпендикулярно, потому что здесь уровень будет совсем маленький, то есть и стенки охлаждения слабенькие. А вот под углом,
под углом к этому, к насыпи. И тогда вот здесь вот образуется именно та среда холодильная, которая даст нужный эффект. Вот, можно хранить это прохладительные напитки, там пиво, ну, всякие разные, молоко даже хранить. Но только уровень вот это вот и уровень воды должно быть одинаково. Она вам даст, когда вы будете рыть вот этот вот ближе к этому, то вы наткнетесь на тот момент, когда уже будет хлюпать вода. Застилаете вот этот участок зеленой травой, вот, ну, сверху можно там пенопласт бросить, не играет роли. И здесь можно и рыбу хранить, можно хранить и все, что вы вздумаете. Поэтому это является речным холодильником. Вот ваши закида, схематически нарисовал, да, примерно. Этот склон, вот река, а это тот берег, это этот берег. Ну что, ребята, удачи вам, чтобы ваша рыба всегда была свежая. И привести в течение 4 часов, вот, за это время рыба не портится практически. Удачи вам! Пока-пока!